занимающая 1/5 часть России, Республика Саха известна не только своим суровым климатом, изобилием природных богатств, бескрайней тундрой, океаном тайги или многочисленными реками и озерами. Сама жизнь в сверхэкстремальных условиях, при свирепых морозах 9-месячной зимы и краткого знойного лета, с незаходящим круглые сутки солнцем, требовала от якутян силы и ловкости, терпения и выносливости. Якутские национальные виды спорта сегодня являются гордостью народа Саха, частью его культурного наследия. И органично вошли в систему физической культуры и спорта нашего северного края. Это уникальная борьба хабсагай, развивающая гибкость и координацию, когда достаточно заставить своего соперника коснуться земли любой частью тела. И именно хабсагай увлекались с самого детства наши прославленные борцы. Этот вид борьбы проторил им дорогу к вершинам Олимпа. Это перетягивание палки, получившее в новом веке название масс-реслинг, требующее силы и выносливости. Единственный по-настоящему джентльменский вид единоборств, в котором не нужно наносить противнику удары, а следует только перетянуть противника на свою сторону. Это прыжковое многоборье, имитирующее движение животных. Кылы – скачки на одной ноге, имитирующие предвзлетную пробежку журавля. Истанга – прыжки с ноги на ноги, подражание скачущему шагу оленя или лося. Кобах – прыжки одновременно двумя ногами, дословно переводится как «заячьи прыжки».